9 лет колонии за пьяную месть. В Ленинском районном суде оглашен приговор 44-летнему Игорю Горюнову, который утопил своего приятеля. Следователи выяснили, что мужчины периодически ссорились. Оба злоупотребляли алкоголем, вели асоциальный образ жизни. Очередная размолвка произошла в сентябре прошлого года. В ходе следственного эксперимента Горюнов объяснил, что решил проучить соседа и предложил устроить вечеринку на природе. Мужчины поехали на реку Елшанка недалеко от Сокурского тракта. Распивали спиртное, после чего мститель начал избивать приятеля. Дальше что происходило? Начал я его ногами бить. Так, куда удар наносили? В голову, в шею. Потом я взял монтировку и бил вот так вот. Для того, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник оттащил пострадавшего в водоем, где, соответственно, он утонул. Действие судом дана юридическая оценка действиям злоумышленника. Сегодня был оглашен приговор. Ему было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.